Габриэле Лауш – это преподавательница детского сада из Сиднея, было 48 лет. Она одна из пассажиров «Боинг», сбитого ракетой в небе над Украиной. Ее сын, 23-летний Том, рассказал журналистам о своей матери. Она была самым заботливым человеком на свете. Интересы других она всегда ставила выше собственных. 14 лет Габриэла проработала в международной немецкой школе в Сиднее. Она была помолвлена с одним из преподавателей. «Ее жених потрясен случившимся», — рассказывает Том. «Мы все просто уничтожены этим». Габриэла жила в Австралии последние 20 лет. В июле она навещала мать в Германии и возвращалась домой этим рейсом. «Когда Габи была рядом, невозможно было грустить», — вспоминает директор школы. «Она была очень веселым человеком». Администрация собирается установить на этом месте мемориал в память о погибшей учительнице. Родственники и коллеги Габриэлы Лаушет хотят знать, кто виноват в ее гибели. На борту сбитого самолета было 298 человек, 26 из них – жители Австралии.